каждый лет, день пацан. В этом дискорде. Ты зашел просто подожди, так выдумал. Скажи причину, ты ему дал мут за... Оскорбление участника. Оскорбление участника. Так мы тут все сидим, общаемся. Манера общения у нас такая. Жаргон, ёбаный свет такой. Все сидим без мутов, один Кирюха. На меня же никто не жаловался, то, что я оскорблял кого-то, либо. Скинь скриншот, я тебя оскорбил. Ну смотри, я же тебя конкретно не оскорблял. Скриншот в голосовом чате, блядь. А он голосовал? Пацан, давай доказательства, давай. Да почему? В принципе, он оскорблял своих. Ну, то есть, людей, с которыми он общается, типа, знает их. Они могут сказать просто то, что серьезно, типа, мы всегда так общаемся со своим коллективом. Мы тут и его размутят. Так вот, они сейчас, смотри, вот сейчас они тебе... Ну, допустим, животное вот это на крысе. Нет, у меня просто была такая ситуация, то, что я... Ну как, я тэпнулся на маяк, смотрю, там две подгруппы ДМятся, я, типа, всех зава. Всем дал джайл по 1000 минут, мне кидают, типа, оп, то, что, типа, они согласились, и это было запланированное МП. Их размутили. Блин, у меня дискорд не доплыгнул. Понимаешь, типа, мы тут общаемся, я вот могу позвать животного. В смысле? Блин, а короче... мне нужно написать тебе, будем оскорблять блин, друг если друга. Я сейчас выйду, перезайду, я не смогу зайти, а мне дискорд... Да почему? Тихо, тихо, Кирилл, тихо. Короче, Владик, короче, смотри. То есть мы должны всем модераторам отписать то, что мы... Да, короче, перед тем, как идти пиздеть, надо предупредить всю модерацию. То, что нам можно. Включайте фрапс, говорите так и так. То, что мы будем обсирать друг друга. Все, идете. Подожди. Кому это нахуй заводит? Тихо, Таня. Будем обсирать. Они подтвердили то, что... Мы общаемся так, то, что мы каждый день с ним, мы с ними дружим, и мы общаемся каждый день так. И ты даже против этого, против. Но стой, они теперь сидят целый день. Я не могу услышать, потому что мне дискорд должнулся. Дай мне с Даней записать договор. Кого? Даня, мы, короче, оскорбляем друг друга. Ты согласен? Да-да-да, скажи. Да. Я согласен. Все. Все, согласен. Дорогу офникам. Офники сила. Сейчас тебе мут, по-моему, прилетит. Все, братан, я зафрапсил. Да, это за провокацию считается. Кто там говорил? Какую провокацию? Что опять случилось? Я сказал, что офники сила. Ну, что это такое? На конфликт. Да. Видишь, я уже с тобой конфликтую. А-а-а. Я тебе комплимент хотел сделать. Ты очень хуёво конфликтуешь с ним. Прям очень хуёво. А-а-а. Все понятно. Ну, братан, так же неправильно, если вот мы друзья. Ты своему другу можешь сказать, что он животное? Ты сейчас еще будешь две жалобы писать. За что? На себя и на Машку? Ой. За личного молодого и за Трея. Кого? За что? Ты еще нас сейчас замутишь, типа? Подожди, не понял, Подожди, кого? Не понял. Подожди, заткнись, животное! Мы договорились. Могу фрап скинуть. Владик, повтори, за что две жалобы еще? Все, у нас перемутит, а потом начнет пиздеть. Нет, перемут не могут снимать, у нас нет до... Подожди. Надо модельку попросить. Владик, за что еще две жалобы буду писать? Сейчас замутит, а потом начнет разговаривать. Два преда в лицо. Так, все слушаем его внимательно. Микрофоны оффаем. Все, понял. Да не, я шучу. Ок, ок. Опа, F5. Ну я зафрапсилась. Я надо тоже заскринил. Как... Все, Юру замутили, блядь. Юра, бля, молодой. Все, пиздец, не поговорит, пацан.
Он его замутил, лол. Кто следующий из нас? Ру, просто. Давай всех тут замуть просто, и все. Будет так проще, мне кажется. И тебе меньше проблем будет. Просто всех и админа тоже замуть. Могу дать сейчас привет вам за неадекватное поведение. Какое неадекватное? Неадекватное поведение? Мы тут себя нормально ведем. Вот ты неадекватно себя ведешь. Вот, кстати, да. Ты в крысу нашего замутил. Не по-пацански это. Да? Выставил, да? Ну, получается так. Смотри, размутил сразу. Пошлите вы, я просто не слышу здесь вообще ничего. О, Юра, привет. Алло. Здорово, молодой. В смысле, за что мне мутать? Админ, можешь размутить котика, тебя он попросил? Я не могу. Ой, ну, Элвин, Рикард, а вот все. А за что мне мут дали? Так и не поможешь объяснить? Владик. Сопрано, просите у Сопрано модерка есть. Так я даже жалобу писать не могу, вот смотри. Кто вас размучивает вообще? Неважно. Нет, в смысле неважно, подожди. Вам выдается наказание за действие. Он и второго замутил, Тарей Рикарде. А за что? За что? Просто. За нарушение. Почему вас кто-то размучил? Я вот это одного не понял. За что ты меня выдал? Да просто лейте все на него ЖБ, то что... За вас кого? Участник. Я... Кого я оскорблял? Есть вроде. Тихо, кого я этот оскорблял, скажи мне. Кого? Участника. Ну, участник, в твоем случае это был администратор. Ты молодой, это оскорбление? Молодой? Да. Ты забываешь, что ты говоришь минуту назад? Что я сказал, скажи. Господи, мне интересно, кто вас размучил. Не, ну скажи, просто если ты прав, окей, я буду молчать. Братан, я тебе говорю, ли жалобу. Я не могу писать жалобу! Ну, затем... Что мне сделать? Вот скажи мне. Тебе могу сейчас за неадекват сейчас дать. Да, занят. Давай, я на тебя жалобу напишу, Фрабс, как ты сегодня утром материал. Неадекват, неадекват, все. За что ты выдал мут, объясни. Интересно, за что тебе его сняли? Мне его не сняли. У меня есть роль мут. Если ты должен с этой ролью сидеть в муте. Ну, скажи мне, за что ты мне выдал наказание? Подожди, я админа оскорбил или тебя? Админа. Братан, как я тебя оскорбил? А? Кто админ? Какой админ? Что за хуйня? Я тебя оскорбил как-то. Не, меня не оскорблял. Я здесь целый день с ними сижу. Ну вот, мне мут сейчас дали за оскорбление. Я не понимаю, почему, когда я захожу, начинаются вот эти оскорбления, не помню. Как бы это дружеские рофлы, ты не понимаешь? Я это не понимаю. Ну, у вас там у офников разные разнообразия. Вы не понимаете ничего. Потому что я модератор, да, при исполнении. Я захожу сейчас в данный канал. И слышу, как два человека ругаются между собой и друг друга оскуют. Что мне надо сделать? Спасить? В смысле? Вы взяли вы? А кого я... Подожди, админ, как тебя зовут? Ой, меня? Саша, как я тебя оскорбил? Меня никак, никто. Я сижу с ними чисто вроде рук. Они здесь целый день сидят, общаются между собой. То есть мне выдали мут за то, что я тебя никак не... Лей жалобу, Кирилл. Какую жалобу? Причем неадекватное поведение. Какую жалобу? Не пишется жалоба, помогите. Клава сломалась. Ну все, кнопки на улице. Да я тебе отвечаю, жалоба не пишется. А смысл этой темы жалоба на модераторов? Как я напишу жалобу? Я... Короче, уже вас жалко здесь мутить, да? Наверное, пойду. Кого тебе жалко? Кто такой, чтобы тебя нас жалко было? Выдали еще пред за неадекватное поведение. Молодец, братан! Утром сегодня был адекватным, просто красава.